Сейчас присядьте. Давайте просто в едином порыве вот все вместе. Ю-ху! Вот так вот сделайте. Все, можно свет чуть сделать. Так, готовы? 3-4, встаем! Классно, все. Давайте сделаем еще одну разминку. У нас остается последний, финальный блок. Кому зашла вот эта практика с кольцом, мы прикольно придумали сделать. Супер. Окей, хорошо. Давайте немножечко снова крикните «Я», те, кто не умеет петь, скажите «Я». А петь-то и не придется. Как будто вы вчера пели или позавчера. Придется орать, кричать во все эмоции и так далее. Ребята, давайте сделаем наше старое доброе караоке с прекрасным воодушевляющим треком, от которого, я надеюсь, вы все кайфанете. И, возможно, даже вы его знаете. И так далее. Ребятушки, готовы? Готовы? Да! Ну, это нормально. Это нормально. Вы знаете этот? Мы же собираем обратную связь с вас. Я всегда ее читаю. И там обратная связь была типа, блин, я не настолько старая, чтобы знать эти ваши песни. И я так себя херово почувствовал этот момент. Кто-то написал, типа, как вам мероприятие? Двойка. Я не знаю эти треки. Отстойно вообще. Ребятушки, наверху, в трансляции. Ну как, о, есть, ура. Погромче давай.